Вітаю, студія повертається. Цей час вам правду, я Ольга Гвоздецька. Невдовзі долучиться моя колега Наталя Костенко. От саме вона буде говорити про безоплатну правову допомогу, підсумки минулого та плани на майбутній рік. О 16-й про проєкт двох одеситів, які в оригінальний спосіб розповідають про історію Одеси. 18-й січневий локдаун, як житимуть українці та бізнес. На цьому ефіри лайв-студії не закінчується. Більш детально нас почуєте пізніше вже від моїх колег. І далі до такої теми. ЮНІСЕФ попереджає, пандемія на COVID-19 несе із собою тривожність, стрес і невпевненість. Особливо сильно їх відчувають діти різного віку. Причому всі вони справляються із такими емоціями по-різному. Але якщо у житті вашої дитини реальністю стали закриття школи, зараз вони всі через це проходять в Одесі і по всій Україні. Скасування подій або розлука з друзями, ваша любов та підтримка потрібні їй зараз як ніколи. Давайте подивимося, який ролик змонтувала організація ЮНІСЕФ в Україні. Великих змін не було, тільки не дуже навчання було інтенсивним. Через онлайн-уроки, через те, що ми в пробках не сиділи, з'явилось більше часу для самовдосконалення. Я більше часу маю для хобі, і це класно, але я взагалі не маю змоги бачитися з друзями, адже локдаун, ми повинні сидіти вдома. У мене обірвалося спілкування з багатьма моїми друзями, і взагалі я себе дуже кинутою відчувала. Цей локдаун дуже сильно впливає на всіх. Тож, як само треба проявляти почуття щодо підлітків у цей складний період, ми спитаємо Олександра Димитревича, кризового психолога. Олександр, вітаю вас. Да, добрий день. Слышно, видно мене? Так, і чутно, і видно. От перше, що навіяло питання з перегляду цього відео, чи не драматизує ЮНІСЕФ з приводу тривоги у дітей та підлітків? Здається, що вони як з фізичної точки зору найлегше приносять хворобу, так і з психологічної. Чи це так? Смотрите, на что хотел обратить внимание. Вообще, когда речь идет о работе с детьми, когда этому обучают психологов, то всегда мы говорим о том, что необходимо задать прежде всего вопрос, как ребенок или подросток оценивает саму ситуацию. Так и вот этот локдаун в том числе. Здесь очень сложно обобщать и говорить о том, что, к примеру, на детей там 10-летнего возраста он действует чрезмерно, а на детей или подростков, так сказать, постарше в меньшей степени. Здесь, конечно же, имеет значение персональные данные человека. И членам семьи, я имею в виду родителям, прежде всего необходимо задать вопрос, установить контакт и задать вопрос, а вот какие, собственно, есть лишения, с чем ты сталкиваешься? И уже отталкиваться от этого, потому что дети достаточно резилентны. Резилентный – это такой психологический термин, который говорит о нашей жизнестойкости. Дети очень адаптивны, они гораздо более адаптивные, чем взрослые люди. И здесь необходимо, будем так говорить, им подсказать пути, как они себя могут поддержать вот в этот период. И, конечно же, в зависимости от того, какие есть возможности, где они проживают, частный ли это дом, или это квартира, город, или сельская местность. Ну, в общем-то, задача взрослых – это подсказать детям, какие виды деятельности они могут сейчас включить так, чтобы время проводить с пользой и разумным отдыхом. Угу. Ну, от найголовніше, за що переживають багато батьків, це саме гаджети, тому що часу у дітей тепер більше. І дітки старшого віку перебувають вдома самі, тому що батьки працюють. І гаджети, вони у такому необмеженому доступі перебувають. Як тут можна вдіяти? Смотрите, любому чоловіку для того, щоб ми могли полноценно, будем говорить, проживать жизнь,
проживать жизнь с удовольствием, нам необходимо чередовать труд и отдых. Ну, ничего в этом смысле нового нет. Если мы постоянно отдыхаем и делать нам нечего, мы начинаем, как говорят в простонародье, маяться, нам становится скучно. Поэтому родители, которые заняты на работе и, так сказать, оставляют детей дома, могут давать определенное посильное задание для выполнения на день. Помните такая поговорка: «Дел время, а потехи час». Так вот, я здесь хотел подчеркнуть следующее. Необходимо день ребенка планировать таким образом, чтобы он был занят и делом в том числе, но не перегружать его, каким-то посильным. Забота о домашних животных, поход в магазин и время, которое он мог бы уделить старшему поколению, это очень важно. Уборка квартиры, может быть, даже готовка какой-то элементарной еды. Все это очень важно в небольших количествах давать в качестве задания детям. Ну и обязательно, я подчеркиваю, обязательно планировать для детей развлечения и удовольствия. То есть говорить о том, что, допустим, гаджеты, они несут только зло, ну, по меньшей мере, так сказать, это преждевременно и наивно, и можно ведь договариваться о чем. Ты поубираешь квартиру, и дальше у тебя полтора часа времени, ты будешь там играть в свою любимую игру. Весь предмет в том, чтобы подросток или молодой человек понимал, что он должен чередовать полезные какие-то вещи, как-то, я уже перечислил, да, бытовые моменты или учебу, а дальше он получит какое-то удовольствие. Мало того, обязательно наполнять и давать возможность детям общаться между собой. На самом деле погода сейчас позволяет, и здесь можно стимулировать ребенка для того, чтобы он шел на прогулку или на баскетбольную площадку. В общем, необходимо движение в любом случае. Я понимаю, что секции закрыты, но игры на свежем воздухе никто не ограничивал. Ну, ЄСФ каже про підтримку, про сприйняття побажань дітей, прислуховування до, можливо, їх забаганок або якихось тривожних проявів. А от як, ну, якщо таку уніфіковано давати пораду, як підтримувати саме, окрім просто розмов і прислуховувань, що можна вдіяти? Ну, смотрите, первое и самое важное – необходимо ребенка научить критически относиться, насколько это возможно, к той информации, которую он потребляет. Это касается в том числе и средств массовой информации, просмотр новостных каналов. И родители могут обращать внимание на перепады настроения ребенка. Если они могут сопоставить, допустим, просмотр какого-то контента, будоражащего новостей, в которых говорится о количестве заболевших, умерших и так далее, то первый и мудрый шаг родителя – это задать вопрос, как ты это понимаешь. То есть тебя эта информация расстроила или ты беспокоишься из-за этого. Ну и вот здесь необходимо уже, конечно же, разбираться с тем, как это воспринимает и понимает ребенок. И вообще, так сказать, перепад настроения у него связан с новостями или, может быть, совершенно с какими-то другими вещами. То есть необходимо отталкиваться от понимания самого ребенка или подростка, или молодого человека, и уже здесь разъяснять, что означают данные новости. Ну и, конечно, если, будем говорить, родители сталкиваются с проблемой разъяснения или сами с проблемой понимания определенного контента, ведь на самом деле тут взрослые люди сейчас испытывают чрезмерные стрессовые нагрузки, потому что, шутка ли, мы постоянно получаем информацию о развитии пандемии, и помимо, так сказать, того, что люди заболевают болезнью, так еще и плюс мы ожидаем какие-то экономические потрясения, социальные потрясения и так далее. Это поддерживает тревожность у людей. Да? Поэтому я обычно клиентам в терапии объясняю, что необходимо дозировать эту информацию и понимать, что, так сказать, здесь надо фокусироваться не на том, чего мы лишаемся, а на том, какие возможности у нас есть. То есть если мы говорим, речь идет о локдауне, и многие говорят, о, теперь я не могу пойти там, не знаю, в рестораны, бары или
так сказать, какие-то там спортивные, будем говорить, клубы или что-то. Здесь лучше думать не о том, чего мы лишены, а что я могу делать. Ну, например, у меня высвободилось свободное время, я могу заняться тем, чем хотел долгие годы, или книжку почитать, или, так сказать, я не знаю, в квартире начать какие-то делать переделки или уборку, или ремонт. В общем, обращать внимание на возможности, а не на то, чего мы лишены. Тому же самому мы можем обучить и наших детей. То есть обращать внимание на открывающиеся возможности. Дякую, Олександре, за поради. Ну, треба перемежовувати, власне, оцей відпочинок, як для діток ми працю з відпочинком розмежовуємо, так і для дорослих не відпочивати, принаймні, на новинах, а відносити їх до часу, коли ви працюєте. Тобто тоді буде і напружений, і відпочинок нормально реалізовуватися. Олександр Димитревич, кризовий психолог, був з нами на зв'язку.